Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Итак, друзья, встречайте. Главное предложение сегодняшнего дня. Самый удобный, самый полезный телефон. В чем его особенность, сейчас расскажу. Посмотрите, пожалуйста, в двух цветах он у нас есть. Есть бордовый роскошный, есть классический черный цвет. При заказе во время прямого эфира вы получаете еще дополнительно и чехол в подарок. Вот это, друзья мои, чехол. И не забудьте, всего 2199 рублей. Всего 2199 рублей, и этот телефон будет вашим. Сегодня уникальная скидка, сегодня уникальная экономия 1400 рублей. Не упустите свой шанс, заказывайте прямо сейчас. Итак, друзья, обратите внимание, огромные, удобные и при этом не страшные, а красивые кнопки. Вы видите, они выглядят стильно за счет вот этого металлического канта, за счет ярких крупных цифр. Все это выглядит по-настоящему здорово, но самое главное, это удобно. Больше не нужно целиться, не нужно надевать очки, чтобы попасть на нужную клавишу, когда вы набираете номер или сообщение. Это действительно стильный телефон с большими кнопками, с большим экраном, с мощнейшим аккумулятором и громким динамиком. Итак, вот он, вот телефон, хороший, я говорю абсолютно серьезно, хороший телефон. Обычный, привычный телефон с двумя сим-картами, вот они кнопочки. Я считаю, они, конечно, маловаты. Посмотрите, вот палец, вот кнопки, несколько не совпадает. Но возьмем наш телефон и сравним. Теперь, друзья, просто посмотрите и ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос. На каком телефоне набирать номер будет удобнее? На каком из телефонов прочесть сообщение можно, не надевая очки? Какой телефон обладает более привлекательным дизайном? Итак, друзья, сравниваем. Смотрите сейчас внимательно. Набираю номер телефона здесь и попадаю сразу на несколько клавиш, потому что один палец способен закрыть у меня здесь конкретно 4 клавиши легко. Это один палец, заметьте. Здесь совсем другая история. Здесь, друзья, у каждой клавиши есть большой размер. Огромный размер и очень-очень удобно. Мне лично нравится, друзья. Все здесь как положено, все здесь как нужно. Обратите внимание, что вы можете легко и просто пользоваться им практически вслепую, потому что вот здесь каждая цифра, я не знаю, видно вам, не видно, вот посмотрите, каждая цифра, она не просто нарисована, она выгравирована. Понимаете? Выгравирована. То есть здесь очень легко и просто можно на ощупь определить цифры, которые находятся под вашими пальцами. И вы видите, все на русском языке. Запись, можно записывать звук, диктофон, радио без наушников, фонарик и другие опции. Окей, и обязательно кнопочка SOS. В случае необходимости экстренной можете ее нажать. Итак, друзья, еще раз. Удобный, стильный, яркий телефон с огромными клавишами и большим дисплеем. Ну а теперь внимание. Давайте послушаем радиоприемник. Посмотрите. У нас здесь есть радиоприемник. Вот он, пожалуйста. Мы его включаем. Мы находимся в студии, где очень плохо ловит мобильная связь. И, в общем, радио тоже ловит так себе. Ну, это слышно, я думаю. Ну да. Я выключаю, долго не будем об этом разговаривать. Я вам просто хочу показать, что здесь, друзья мои, тоже можно легко и просто слушать музыку. Без наушников. Громко, четко, даже в этом бункере. Это значит, что даже на даче. Это значит, что даже в доме с толстыми стенами вы легко и просто сможете слушать радио без помех, без проблем. Это действительно удобно. Вы видели сами, обычный радиоприемник не справляется. Наш телефон легко и просто справляется. Напоминаю, друзья, при заказе во время прямого эфира вы получаете чехол, оригинальный чехол к этому мобильному телефону. Мало того, что он сам выглядит роскошно, так у него еще и чехол специальный есть. Обратите внимание, вот он, мощный динамик. Вот она, фото и видеокамера. Торопитесь, друзья, звоните и заказывайте. Вот, например, возьмем красный. У красного вот чехол, вот он здесь находится, да, друзья? И он полностью меняется, то есть вы можете легко и просто убрать заднюю крышку. Обратите внимание, что здесь действительно огромный, действительно мощный динамик. И здесь гигантский аккумулятор, о котором я еще обязательно скажу. Но вот теперь посмотрите на чехол. Мы его просто вживляем. Мы вживляем чехол в
корпус нашего телефона. Здесь, кстати, обратите внимание, не один, а сразу два фонарика. Это тоже действительно очень удобно. Итак, вот так он выглядит в чехле. Защищен и сзади, и спереди. Ну а теперь, друзья, посмотрите, насколько здесь хорошая фото- и видеокамера. Здесь вообще все очень и очень удобно. Посмотрите даже иконки меню. Посмотрите, даже иконки меню, они здесь крупные, здесь все понятно, здесь все удобно и все читаемо. То есть важный момент. Не придется надевать очки, не придется щуриться, не придется напрягать наше зрение, чтобы разглядеть иконки, чтобы разглядеть все, что есть здесь на этом телефоне. Чтобы пользоваться этим телефоном, не нужно напрягать наши глаза. Это самое главное. Легко и просто, практически вслепую, друзья. Камера нам пригодится для того, чтобы фотографировать объявления, фотографировать визитки, что-то интересное. То есть бумажки — это не современные бумажки, вы сами знаете прекрасно, они теряются постоянно. А здесь не нужно хранить что-то на бумажках, все всегда в памяти этого мобильного телефона. Торопитесь, друзья. Наверняка вам уже надоели старые телефоны. Они вас раздражают. По какой причине? Да потому что невозможно набрать номер телефона с первого раза. Обязательно в одной цифре, да, ошибешься. Отправляешь какое-нибудь сообщение важное и в какой-нибудь букве ошибешься, и слово меняет смысл на противоположный, друзья. Это действительно угнетает. А зачем платить деньги за технику, которая вам не нравится, которая вас раздражает? Здесь цена ниже стоимости обычного мобильного телефона, качество выше, функционал богаче и самое главное, пользоваться действительно удобнее. Всего 2199 рублей. Рекомендую заказать сразу три. Сразу три мобильных телефона закажите прямо сейчас и получите, друзья мои. Это действительно очень и очень важно. Если закажете три, получите бесплатную доставку. Торопитесь, друзья, времени действительно немного, но вы еще, я уверен, успеете. Итак, друзья, здесь можно слушать, даже если вы готовите, даже если вы на даче грядки пропалываете или сажаете что-нибудь, не просто музыку, можно слушать даже аудиокнигу. Это действительно удобно и очень здорово. Видите, да? Итак, слушать можно не только музыку, можно также, друзья мои, и послать сигнал. Если вдруг что-то произошло с вами, вы можете нажать на клавишу, большую клавишу, тут же родственник ваш получает звонок, что вам нужна помощь. И вы слышите сирену, и родственник получил уведомление, что вам срочно нужна помощь. И прохожие обратят на вас внимание, друзья. Универсальный телефон с большими клавишами, с ярким дисплеем, с фото-видеокамерой и с мощнейшим аккумулятором.